Грачей, беззаботно гуляющих по оттаившей дороге, не найдешь. Заселение – дело хлопотное. Особенно, когда гнездо требует ремонта. Сейчас, говорят биологи, грачи особенно привязаны к дому. Любовь. Поселиться пернатые стараются в том месте, где раньше жила пара. Загадка – то ли формируется новая семья, то ли возвращаются прежние хозяева. Скоро вестники весны будут разгуливать по всему городу. А пока небольшие стаи мы увидели лишь на окраине Череповца. У нас грачи, в принципе, относятся к категории оседлых птиц. То есть они могут у нас оставаться на некоторые особи зимовать в городе, да, и ежегодно в городе, вот, например, возле дворца культуры Амафос, 2-3 птицы всегда, они вот, по крайней мере, сколько наблюдаю, там лет 12 за ними, они постоянно там. Поэтому говорить о том, что грачи прилетели, это может быть не очень грамотно, потому что все-таки это птицы оседлые, которые могут и оставаться здесь, да. В народе говорят, если грачи летят прямо на свои гнезда, то весна будет дружной, и вода сбежит вся разом. Сочинять приметы народ любил, и не только потому, что весной особая тяга к творчеству, а потому что по весне предсказывали весь год, планировали посадки. Хорошей приметой считалось, если поверхность снега шершавая, это к хорошему урожаю. Если в апреле много снега, это тоже к добру, будет много грибов. А вообще по сегодняшнему дню, по 8 апреля, определяли, каким будет 8 октября. Что ж, если верить народным приметам, то достаточно солнечное. Сегодня мы попросили череповчан немножко побыть метеорологами и составить свой прогноз на весну. Холодный будет, потому что март холодный был. Слава богу, что наконец-то солнце появилось. Ну, наверное, скоро все растает и будет все нормально. 20 апреля, 25 должно все растаять. Там солнце уже высоко. Оно сейчас высоко в зените. А вот то, что весна опаздывает на 2 недели, говорят уже синоптики настоящие. Но все же тепло не за горами. На этой неделе днем до +5 градусов. И с каждым днем солнца будет больше. Так что таяние снега, капели, ручейки, преображение природы – все только начинается.